Конечно, беженцам с Украины обязательно нужно помогать. Обязательно, им некуда деться. Они наши братья, сестры. В любом случае, раньше было все замечательно и хорошо, мы дружно жили. Куда им еще бежать? В Европу? Они не бегут туда, потому что там все перекрыто, там военные действия, они не могут туда даже выехать. Куда они должны бежать? К своим, те, кто их примет, полюбит. А для нас, конечно, это неожиданно все. Мы к этому не готовились. Люди приезжают и приезжают, и, конечно, нужно, наверное, может быть, даже затянуть пояса и протянуть руку помощи, что, кстати, очевидно и происходит, да? Наши люди помогают своим же.